Перед зданием Западно-Казахстанского государственного университета имени Махамбета Утемисова появился памятник Дине и Курмангазы. Шеститонный памятник Курмангазы и Дины Нурпеисовой сначала сняли с постамента из сквера в районе торгового центра «Атриум». Затем на большегрузе перевезли к скверу напротив Западно-Казахстанского госуниверситета имени Махамбета Утемисова. Там в течение десятков лет стоял памятник Мише Гаврилову. Отметим, что монумент Дине и Курмангазы простоял меньше 2 лет. Мне еще никак не ассоциируется, но я считаю, нужно было поставить связанное с институтом. Курмангазы кише знаменитые, Дина тоже, ее ученицы. Ну вот в таком людном месте здесь, как считаете? Лучше на Махамбета, наверное. Потому что университет имени Махамбета Утемисова. А эту статую можно возле колледжа Курмангазы, музыкальный колледж. Автор памятника – известный казахстанский скульптор Мурат Мансуров. Его высота – более 3,5 метров. Бюджет у памятника обошелся в 60 миллионов тенге. Была комиссия по сохранению памятников историко-культурных ценностей при акимате ЗКУ под председательством заместителя акима области Габидуллы Абдуллаевича Усманкулова, где был поддержан вопрос общественности о перемещении памятника Курмангазы Дина с существующего места напротив Западно-Казахстанского госуниверситета. Небольшой сквер есть, вот туда был вопрос поднят общественностью. Данное предложение было поддержано на комиссии о том, что если перенести памятник, более как бы будет завершение ансамбля всего проспекта, то есть на проспекте у нас располагаются другие памятники: Слиму Датову, Алие Молдагулову, Манчук Маметову, Хилас на Доспановой, вот на в районе Юбилейной. То есть как бы этот памятник был бы завершающим на проспекте. В сквере возле Атриума не планируется ставить другой памятник, но, возможно, там появятся малые архитектурные формы. Роман Копняев, Мирбулат Джигипаров, Александр Грабарев, ТДК-42.